Привет! На Play Market очень много стандартных и уже скучных оболочек для блокировки экрана. Но сегодня в нашей пятерке тот самый интересный эксклюзив, который умеет намного больше. Поехали! Picturesque Lock Screen – это инновационная оболочка для Android, которая сделана, как это ни странно, сотрудниками компании Microsoft. Они постарались сделать экран блокировки смартфона максимально функциональным и удобным. Picturesque умеет показывать новости из интересующих вас источников, сводку погоды, уведомления, события из календаря. Так что теперь для выполнения некоторых операций вам не понадобится даже разблокировать смартфон. CM Locker – это самая скачиваемая блокировка экрана и блокировка приложений с наивысшим рейтингом в Google Play. CM Locker – это также оптимизатор Android, ускоритель работы и менеджер расхода питания. С CM Locker вы сможете заблокировать экран, приложения, фотографии и контакты телефона, чтобы защитить ваши личные данные. Функция защиты от кражи поможет найти потерянный телефон и поймать взломщика в конфиденциальных данных. Функция селфи-взломщика делает фото любого, кто ввел неверный пароль. HiQ Lock Screen. Еще дальше пошли создатели этого локскрина. Они предлагают не только учить иностранные языки, но и решать математические задачи, повышать эрудицию и разгадывать небольшие головоломки. Делается это для тренировки мозга и повышения вашего IQ. Так как задание предлагается выполнить при каждой разблокировке гаджета, то уже через короткое время вы точно станете значительно умнее. LockLock. Этот лок-скрин представляет из себя своеобразный мессенджер для обмена сообщениями. С его помощью вы сможете написать текст или нарисовать рисунок, который тут же появится на экране блокировки вашего собеседника. Таким образом, лок-скрин смартфона превращается в общую белую доску для двух или более людей, на которой они могут обмениваться своими записями и каракулями в реальном времени. Корги для Fiddly. Создатели этой программы подсчитали, что каждый день пользователь видит экран блокировки в среднем 110 раз. И они предлагают нам не просто созерцать все это время красивую картинку локскрина, а читать интересные новости. Лента формируется на основе ваших подписок в сервисе Fiddly. Вот такая у нас сегодня пятерка. Обязательно оставь в комментариях, какой оболочкой пользуешься ты. Ну и палец вверх за обзор. Пока!